Заключительный этап вручения медалей в честь 30-летия вывода войск из Афганистана состоялся в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик». Всего в этом году к награде было представлено более 200 человек. Также в ряды Щелковского отделения боевого братства приняли новых членов. 30 лет просто так не проходит. Кто был в Афганистане, это была необъявленная война. Была война, которая... Мы шли выполнять интернациональный долг, то есть защищать рубежи нашего Советского Союза, нашей Родины. 10 лет продлилась, она унесла 15 тысяч жизней наших военнослужащих, офицеров, прапорщиков, солдат, которым досталось очень тяжелое время. После вручения медали собравшимся показали фильм под названием «С Новым годом». Он был специально снят для боевого братства Московской области. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».